Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня я представляю вашему вниманию торговую стратегию фракталы и Комарила. Значит, Комарила — это у нас индикатор, который используется в данной стратегии и указывает нам важные уровни. Значит, и соответственно уже на основе, значит, этих уровней и образовавшихся фракталов вблизи них мы открываем торговые сделки. Значит, я рассмотрел пару евро-доллар, 15-минутный график с 26 мая по 27 мая, то есть буквально в течение 1-2 дней. Значит, мы с вами сейчас рассмотрим. Всего было, как видите, 5 хороших сигналов. Значит, по моему мнению, объясню почему. Значит, попробую детально разобраться, как ставить профит и как ставить стоп при данной торговой стратегии, так как в описании по ней, значит, данные моменты почему-то не рассматриваются. Значит, вот здесь у нас был хороший момент для покупки. Как вы видите, цена пробила важный уровень L3 Long, и после этого цена вернулась ниже и белой свечой отошла вверх. Но это по даже свечному анализу является очень хорошим сигналом к покупке, так как цена после пробоя вернулась, отразилась, закрылась вверх белой свечой. Вот. И вот здесь вот уже на открытии следующей свечи 15-минутной, значит, следует открывать длинную позицию. Тогда, как вы видите, является очень хорошим сигналом к продолжению роста, после чего цена достигла уже уровня H3 Short. Значит, здесь в данной ситуации следует устанавливать стоп на 10-15 пунктов ниже уровня L3 Long. Ну и соответственно у нас разброс цен между уровнем открытия и стопом около 30-40 пунктов. Соответственно, у нас и профит должен быть не менее 30-40 пунктов, что собственно в данной ситуации и произошло. Значит, после этого, как видите, тут цена колебалась и вверх, и вниз около уровня H3 Short и, скажем так, образовывала фракталы. Но вот по моему мнению, вот в таком виде, как здесь, открывать, значит, сигналы нельзя было, потому что в данной ситуации цена проходила, значит, уровни и, скажем так, не закреплялась, то есть не подтверждала то, что цена имеет какую-то определенную тенденцию, значит, идти далее. Значит, ну вот здесь вот еще, когда цена достигла уровня H3, значит, она коснулась буквально на один пункт, 1.4171 здесь был у нас, и отошла от этого уровня, образовался фрактал. Здесь можно было продавать, и профит бы составил 15-20 пунктов. Также более-менее хорошим сигналом, значит, был пробой, значит, здесь вот уровня, значит, H3 Short 1.4170. Цена его пробила, вернулась опять к этому уровню, отразилась от него, образовался фрактал. Вот. И здесь вот следовало уже покупать. После этого произошел довольно-таки такой ощутимый рост, и пара дошла уже до уровня H5. Значит, здесь цена коснулась, отразилась, потом вновь выросла, коснулась, отразилась. Вот по моему мнению, вот такой вариант, последний, является, значит, идеальным. То есть здесь двойная вершина, и после этого цена, скажем так, довольно-таки значительно снизилась. То есть снижение составило около 90 пунктов. Также такой же вариант возможен и при движении вниз, то есть двойное дно. Вот. И когда вот именно касается какого-то значимого уровня цена, и вот так вот два раза и отходит от него, то есть все это говорит о том, что, значит, движение у нас, вот этот отскок, он будет довольно-таки значительным. В целом, по моему мнению, при работе с данной стратегией как раз главной проблемой будет вот именно определение именно точек входа, важных точек входа, так как
все это очень субъективно, и каждый трейдер может видеть по-своему, значит, текущую ситуацию на рынке. И поэтому здесь очень важно, по моему мнению, не торопиться. Здесь буквально в течение этого времени вот можно было поймать 2-3 раза хорошее движение, вот, и на этом существенно заработать. Вот, по моему мнению, лучше всего идеальным вариантом будет искать, когда цена 2 раза коснется или уровня сопротивления, или поддержки с образованием фракталов и уже отойдет от него. То есть это будет хорошим моментом для разворота, ну и соответственно для входа в рынок. На этом у меня все. Спасибо вам за внимание.